17 января президент Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Бакинской распределительной сети открытого акционерного общества «Азаришех», расположенного в Хатаинском районе столицы, и подстанции номер 220, 110-киловольтной подстанции «Ясамал-1», 110-киловольтной подстанции «Губу» и подстанции номер 120. Председатель открытого акционерного общества «Азаришех» Баба Рызаев проинформировал президента Ильхама Алиева об административном здании и подстанциях.